крупными международными и европейскими структурами. Киевский день открытых дверей Всемирной таможенной организации готовился давно, и совпадение по срокам с Минским саммитом произошло случайно. Просьбы прокомментировать минские заявления стали неожиданными как для представителей Киева, так и для представителей Брюсселя. В ответах они сдержаны и осторожны. Це не справа голови Державної митної служби України коментувати заяви президента держави. В якому вигляді економічний союз? В тому вигляді, якому він існує зараз, це теж економічний союз, ми співпрацюємо. Якщо це кооперація міждержавна, це теж економічний союз. Що мається на увазі економічний союз? Ну, я поки не готов коментувати, оскільки до мене поки такої інформації не доводили. Если речь идет о присоединении к Всемирной таможенной организации в качестве союза, предположим, у нас союзов пока нет в составе членства, в составе самой организации, но есть уже наработки и просьбы европейского сообщества, например, в частности, о присоединении. Таможенники уходили от политических вопросов и старались говорить о профессиональных проблемах. Среди них присоединение Украины к международным конвенциям, Найробийской об оказании административной помощи и Киотской об информационном обмене при нарушении таможенного законодательства. Коли, наприклад, контрагенту нашого суб'єкта, нашого експортера, який знаходиться в іншій державі, для тої держави його дії будуть вигідні, а для України, наприклад, не вигідні, він ніколи українським своїм колегам, кому завгодно, інформацію не дасть. Но коли ми вже є членами конвенції, він вимушений це буде робити. Юрій Соловков все утро ожидал известия из президентской администрации о присоединении Украины к Найробийской конвенции. Известие не пришло, но оптимизма у главного таможенника не убавилось. Он заявил, что документ будет подписан сегодня-завтра. Присоединение же к Киотскому соглашению может состояться уже до конца года. Сергей Попов, Влад Майстренко, Викнобизнес, СТБ. Российский АвтоВАЗ серьезно занялся проблемой возврата рынка сбыта автомобилей в